was wir heute präsentiert haben, двухраундовый бой по ММА в тяжелом весе за возможность выйти на поединок за титул чемпиона мира или, как говорят во всем мире, Eliminator Fight. Итак, в красный угол октагона приглашается боец из Украины. Дамы и господа, приветствуйте Юрий Кортенко! Октагона приглашается боец из России. Дамы и господа, приветствуйте по прозвищу Спартанец Виталий Опарин. Господа, представляю вам соперников. И первый боец справа от меня в красном углу клетки. Ему 31 год, рост 180 сантиметров, вес 100 килограммов. Его профессиональный рекорд в ММА – 13 боев, 4 победы, 9 поражений. Но он является чемпионом мира по кик-джитсу, чемпионом мира по тайскому боксу, чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Украины по рукопашному бою. Слева от меня в синем углу клетки. Бойцу 32 года, рост 180 сантиметров, официальный вес 112 килограммов. Его профессиональный рекорд в ММА 9 боев, 6 побед, 3 поражения. Чемпион мира по панкратиону, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Из Москвы, Россия, Виталий Спартанец. Пошел на середину. Все действия по правилам. Локти не работают, колени в партере запрещены. Зацепку не держим. После команды стоп не работает. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Работа на уходи.
Пожимай, пожимай. И работай руками, добавляй. Внимательно, не останавливайся. Ложка хорошая. Юра! Закончен первый раунд. Ваши аплодисменты. Орел!
Раунд номер два. Так, Боже.